Новогодняя мечта 4-летнего тюменца Демида Гончарова осуществилась благодаря проекту «Елка желаний». Мальчик передвигается на коляске, его очень привлекает работа полицейских. Мать Демида нашла благотворительный проект «Елка желаний» в интернете, написала туда о мечте сына побыть в роли полицейского. Вскоре ей позвонили из ведомства. Да, было неожиданностью. Мы вообще первый раз участвовали в такой программе. Ранее никогда не делали никаких подобных заявок, а раз он подрос, и уже ему теперь это более интересно, решили попробовать. Демид, ну, наверное, лет с двух увлекся полицией. Он каждый раз останавливается, когда мимо проезжает полицейская машина, стоит до тех пор, пока она не исчезнет на горизонте. Сегодня на разводе Демид был в рядах сотрудников патрульно-постовой службы. Его посадили в служебный автомобиль, дали посигналить, поговорить по громкой связи, а затем прокатили. Также мальчика познакомили со служебной собакой и вручили символические подарки. А это чуть-чуть на память.